عارف طيري есть такая опция можно на кораблике покататься по реке Нил вот и мы пошли тоже где-то эта прогулка занимает может часа 2-3 я точно не помню по центру города он едет туда-обратно тот корабль на котором мы катались называется Nile Maxim На корабле включен ужин и развлекательная программа. В нашем случае выступала Нами Кама, на которую я немного посмотрела, очень известная танцовщица. Еще мальчик называл свой номер Санура, отдельно выложил. В следующем видео вы можете посмотреть, очень интересно у них. Вот, и живая музыка играет. Сначала у нас выступали певицы, и в конце что тоже выступали по живой музыке.
вещи.